Всем добрый вечер, оставшимся. Спасибо за то, что вы выдержали. Подходит конец нашей сегодняшней встречи. Я Писарев Владимир Иванович, начальник технического центра. Теперь уже называется наша организация акционерное общество. РКЦ, ракетно-космический центр, «Прогресс», город Самара. Но по своему названию вы, наверное, уже определили, ну и так, наверное, знаете, средства массовой информации постоянно о нас говорит. Это то предприятие, которое в настоящее время осуществляет все пилотируемые запуски, значит, к МКС. Не в России, да и сейчас в мире нет космических аппаратов, космических ракет, которые бы осуществляли доставку людей в космос. Ну, через год, через два американцы могут освоить свою малютку вместо шаттлов, которая пойдет тоже на доставку людей на данную станцию, так как ресурс этой станции МКС продлен до 2025 года. Она еще живучая, будет жить и давать результаты своей работы на Земле. Но я буду в своем выступлении говорить о том, как мы у себя на предприятии организовали систему технического обслуживания и ремонта станков с ЧПУ. Значит, станков с ЧПУ на предприятии около 600 единиц. Но наш центр, он обслуживает примерно 1000 единиц прямо универсального сложного оборудования. В общем, то оборудование, которое оснащено или системами управления цифровыми, или же сложными приводами, тоже на базе микропроцессорной техники. Вот все это попадает в сферу работы нашего центра. Ну, значит, давайте сначала определим вместе с вами, что же такое система ТАИР. Ну, система ТАИР, если коротко говорить, это набор мероприятий, набор системы мероприятий, направленные на поддержание технического состояния оборудования. И для поддержания технического состояния оборудования, соответствующие, самое главное, его паспортным данным. То есть все ремонтные работы, которые бы ни проводились, они направлены на то, что данное оборудование должно быть технически исправным и соответствовать паспортным данным. Вот это вот коротко, что такое система ТАИР. Но, значит, я остановлюсь в своем выступлении только на трех вопросах. Я не буду брать и рассказывать вам о том, как у нас решаются вот побочные или косвенные задачи при выполнении ТАИР. Это касается планирования, материально-технического снабжения, ну и так далее. Я только коснусь самой технической составляющей ТАИР. А это вот работа по поддержанию работоспособности вот этого оборудования. Ну, и начну оттуда, что вот одним из первых пунктов, которым я бы хотел остановить, это по реструктуризации системы управления ремонтной службы. Потому что на всех, на многих машиностроительных предприятиях система управления ТАИР, то, значит, нет соответствующего разделения между станками с ЧПУ и основным оборудованием. И станки с ЧПУ или же входят в состав группы или службы главного энергетика, или же службы главного механика. Хотя задачи, те, что решает служба по ТАИР станков с ЧПУ, намного отличается от того, что в настоящее время выполняет служба главного энергетика и главного механика. Вот. Теперь смотрите, вот сюда вот появляется красный квадратик и показывает, значит, нам общую эффективность работы оборудования. Значит, вот эта вот часть, которую я здесь буду говорить, я буду говорить об общей эффективности не работы
станка или оборудования из ЧПУ, я буду говорить его о технической составляющей. И потому что общий вот коэффициент, который здесь будет показан, он будет говорить о общей эффективности, эффективности станка по технике. Здесь не учитывая я те вот простой, который будет влиять и на производительность, и на коэффициент готовности, которые связаны с внутренними теми потерями, которые зависят от организационных мероприятий по этому оборудованию. То есть отсутствие инструмента, отсутствие заготовки, отсутствие управляющей программы, настройка этой управляющей на этом станке и так далее. Значит, если вас будет это интересовать вопрос, потому что здесь, то я вам могу сказать, насколько это все еще упадет в настоящее время у нас в России с этими показателями по общей эффективности. Но грубо могу сказать, по общему машиностроительному комплексу этот коэффициент общей эффективности где-то гуляет 0,2-0,25. При среднестатистическом по миру 0,8-0,85. И третье. Соответствующий пункт, который я хотел вам сегодня доложить, это о работах по диагностике узлов оборудования. Вот на этих трех вопросах я сегодня и остановлюсь. Значит, какие же проблемы в настоящее время в России с металлообрабатывающим оборудованием, с ЧПУ? Самая основная проблема это о том, что средний возраст оборудования завышенный 25 лет, 30-35 лет. Значит, при работе рассчитанной станка этого при Советском Союзе еще 20 лет. Даже по тем нормам станки уже выработали свой ресурс. И таких станков примерно 2/3 или более. Значит, в связи с этим, если я здесь показал 80% такого оборудования, все эти 80% оснащенные системами управления морально устарели только по системам управления. 25-30 лет работы этого оборудования. На некоторых предприятиях еще работает оборудование, управляемое системами управления первого поколения на магнитной ленте. Но отсюда все выходит. Это по скорости обработки, по скорости считывания кадров, по скорости динамического точности приводов и так далее, и тому подобное, что влияет в основном на производительность этого оборудования. Значит, второе о том, что все эти 80% имеют соответствующий физический износ или какие-то отступления от паспортных данных. Какие-то. Но полностью не соответствуют паспортным данным. При том состоянии, если там дальше будет соответствующий слайд, то на протяжении 10-15 лет, начиная там с 90-х годов, как вы знаете, система ППР почти что не проводилась на этих станках, значит, средние ремонты отменили, не делались, и капитальные ремонты тоже не делались, даже на таких предприятиях, которые относились к ведущим оборонным предприятиям, как и наши предприятия. Мы только приступили к капитальному ремонту после создания соответствующей службы в 2004-2005 годах, а до этого вот в таком состоянии, соответственно, подвешенном. Вот этот слайд, что в последние 10-15 лет многие предприятия предлагают соответствующие проекты по автоматическому управлению системой ТАИР и уверяют, что после внедрения этой системы мы вот получим вот такие показатели. Значит, и здесь, наверное, у всех, кто занимался этой проблемой и внедрением, наверное, никто не подтвердит, что вот такие улучшенные показатели они получили.
Мы занимаемся тоже внедрением соответствующей ТАИР. Ее еще начали мы 15 лет тому назад внедрять. Еще использовали в свое время отдельные пакеты, то есть для только для службы по обслуживанию станков с ЧПУ. Значит, лет 5 тому назад мы этот пакет стали интегрировать в общезаводскую модуль АСУ-ремонт, который входит соответствующим модулем в систему управления производством. Вот такая вот идет соответствующая интеграция. Значит, в этой системе управления предприятием находится более 10 вот таких модулей по разным направлениям. Вот одним из таких модулей является АСУ-ремонт. Ну и вот вам вопросик, что и как на это ответить. Ну и здесь вот ответ на этот вопрос только вам самим, самим понимающим необходимость, что вы хотите получить от автоматизированной системы, какая должна быть система, должны решать вы сами. Если вы обращаетесь к какому-то исполнителю, то от вас требуется очень четкое техническое задание на данную систему. И самое главное, не забыть создать эту группу для совместной работы с исполнителем, чтобы работа шла совместно, решались именно ваши задачи, а не то, что вам навязывают. Вот тогда будет система быстро внедрена и будет оказывать для вас соответствующую помощь в работе. Ну, вот это мой личный взгляд, соответствующий, как должна работать современная автоматизированная система ТАИР по станкам с ЧПУ. Я вот, значит, считаю, что базой или фундаментом автоматизированной системы ТАИР должно быть техническая сторона, то есть оценка технического состояния станка, и на базе вот этого технического состояния все делает, что делает ваша система. То есть планировать соответствующие работы и так далее. Осуществлять материальное техническое снабжение, ну и тому подобное. Но помните одно, что для создания такой системы нужны очень и очень большие затраты. На первом этапе эти затраты будут очень велики. Отдачу от этих затрат вы будете получать минимальную. И дай бог, если соответствующая пойдет какая-то отдача, но отдача пойдет, она косвенная, и вы от своих фондируемых ремонтных денег ее не увидите, вы ее можете увидеть в конечном вашем продукте. Только вот так. Ну, а теперь давайте посмотрим, как решаются эти вопросы у нас на предприятии. Значит, создан АСУ-ремонт, состоящий вот из следующих модулей. Значит, здесь я их не буду перечислять, они все однотипные, и вы все про них знаете, ничего здесь нового нет. Но вот в связи с теми задачами, которые были поставлены, для того, чтобы эти задачи решать, должны быть свободные люди, энтузиасты в этом направлении, которые должны толкать и продвигать те идеи, которые рождаются и в голове начальника, и в них самих, то есть должны быть помощниками в продвижении вот этих всех работ по организации этой системы. Но для этого вот мы создали бюро 7-8 человек, вот, которое организует и направляет вот эту вот работу. Самое интересное, что вот-вот все считаем, что вот наконец-то мы подошли к финишу, все закончили. Отсюда в соответствии с современным днем появляются новые и новые задачи, и опять их приходится наращивать к этой системе и как-то решать. Какие задачи, я чуть позже тут остановлю. Значит, самое основное для введения диагностики оборудования
Значит, было внедрено две ступени диагностики. Но это из чего исходит? Потому что структура ремонтной службы по станкам ЧПУ, там дальше будет соответствующий слайд, я не хочу сейчас опережать это событие. Ну, есть ремонтные базы, ремонтные бюро, которые находятся непосредственно в тех цехах, где эксплуатируется оборудование ЧПУ. Ну, численный состав этих бригад от 10 до 15 человек и включает в себя специалистов по электронике, которые занимаются ТО и ремонтом систем управления приводов, и механиков, слесарей, грубо, которые занимаются ремонтом механической части. То есть мы у себя на предприятии, вот, с введением вот этих комплексов бюро, ведем вот такой вот централизованный ремонт этого оборудования. Значит, мы тоже долго думали, у нас был централизованный, были службы и разделялись службы. Одни делали централизованную службу по электронике, другая, значит, группа механиков ходила в цехах. И там, значит, делали, были споры, простое оборудование по технической неисправности на этом стыке составляли огромные проценты. Ушли от этого, давно ушло, ушли, и показатель этот резко упал. Вот. Значит, это группы, они снабжены простейшими диагностическими приборами. Ну, мы внедрили и внедряем сейчас эту систему вибродиагностики. То есть вот этот вот первичные люди на первой ступени, они работают с обычными виброручками. И имеется у них соответствующий журнал, и при каждом техническом осмотре, это, который они проводят, они снимают показания общего уровня вибрации. Но если общий уровень начинает подниматься, то, значит, соответствующий звонок или же по сети, который там идет, направляется сообщение о том и приступает к работе во второй уровень, который оснащен более стоящим таким надежным оборудованием, приборами, которые позволяют вести соответствующую укрепленную диагностику этого оборудования с выходом непосредственно на тот узел, который дает эту повышенную вибрацию. Ну, пока на этом остановлюсь, потому что дальше будет, это будет в дальнейшем моем. Ну, значит, здесь, в отличие от того, если вы помните структурную службу главного механика, главного энергетика, маленький такой вот конструкторское бюро, которое входило в состав вот этого подразделения. Мы же создали крупный конструкторский отдел с тремя конструкторскими подразделениями: по механике, по системотехнике и по электрике, электропроводам, плюс бюро МИТО. Вот. Для чего это? Так как я уже сказал, что мы с 2005 года приступили к капитальному ремонту оборудования, то этот капитальный ремонт, для того, чтобы его сделать, а делаем мы все станки, которые делаем, делаем его с глубокой модернизацией, то есть тот станок, который мы взяли на капитальный ремонт, он выходит по техническим параметрам, не соответствующий тому станку и паспорту, который был 30 лет тому назад, а приближен по техническим параметрам ко всему станку, который выпускает на сегодняшний день. Вот, и для этого был организован вот такое вот мощное конструкторское подразделение, которое дало свои плоды. В настоящее время мы делаем примерно в зависимости от сложности около 20 капитальных ремонтов вот с такой вот модернизацией. И за свое существование мы сделали более 114 станков, вот, и плюс того, что мы приобрели за этот последнее там время, тоже где-то около сотни новых станков, нам удалось вот этот коэффициент общей эффективности поднять, ну, на определенный уровень, какой там будет показан. И, значит, вот в соответствии вот за этим был организован отдел, непосредственно который проводил или проводит сейчас работы по капитальному ремонту. Значит, потом
это все произошло уже в прошлом году, возникли соответствующие сложности по ремонту мотор-шпинделей. Ну, мотор-шпиндель, ремонт на стороне, это выходит, в принципе, от 1,5 до 2 миллионов каждой соответствующей единицы. Около 60 станков и оборудования оснащены этими мотор-шпинделями. Еще идет поставка. И поэтому, когда подсчитали, то решено было создать вот такое вот бюро. Но это не просто, я говорю, о численном там составе этого бюро или о соответствующей клеточке. Значит, данное бюро должно быть оснащено технически для того, чтобы проводить и здесь соответствующие затраты, и приличные затраты, и балансировочные машины, и стенд для проверки подшипников, и для соосности валов, и так далее, и тому подобное. Ну, создана, ну, организован отдел по техническому обслуживанию был, потому что на базе вот этого отдела по техническому обслуживанию и создавался наш центр, а этого отдела еще начал свое существование с 1971 года. И вот на базе него мы создали такой вот центр. Ну и создана материально-техническая база, так как для бюро по ремонту мотор-шпинделей, так и по бюро мониторинга и диагностики. Значит, вот структурная схема управления нашим техническим центром. Значит, два специализированных отдела. Значит, настало время, в свое время было, по оптимизации пришлось объединить отдел по капитальному ремонту с отделом конструкторства. Значит, общая численность в настоящее время технического центра около 350 человек. Ну и то, что вот я вам говорил, вот была за последние годы организована и введена вот эта вот система, АСУ ТАИР. Ну и вот здесь вот я еще дам нашу схему управления отделом по капремонту. И здесь вот мы ввели то, что я вам говорил, бюро по ремонту шпинделей и бюро диагностики. Значит, этот процесс, вы как знаете, организация новых бюро, значит, набор новых людей, увеличение штатной численности. Значит, кто этим делом занимается, он меня поймет, не очень-то хорошо поддается всем, и здесь идешь на соответствующие уловки, ну и тому подобное. Значит, вот моя уловка при создании вот этих вот трех организаций по увеличению численности была, значит, обсудив состояние эффективности работы оборудования станков ЧПУ, полной эффективности с генеральным директором, значит, я ему предложил провести крупное техническое совещание, по результатам которого выпустит соответствующий приказ. Значит, на данном совещании присутствовали все специалисты, главные, все начальники цехов, 1,5 десятка, где это эксплуатируется оборудование, там выступили. Ну и после того был соответствующий подготовлен приказ, он всеми со скрипом может быть и подписан, и в результате вот этого вот появились вот эти вот желтые квадратики. Ну и самое главное в этом приказе — контроль за выполнением этих пунктов возложил на себя. То есть они четко приходят, они приходят. Вот так вот. Бывает и так. Ну, я вам говорил о том, что из них крупные такие проекты — это вот станок СТП-320, СФП-13, ну и Форест. Значит, читать я не буду, вы прочитаете, пойдемте дальше. Вот модернизация станка Форест. Она закончилась в прошлом году, в настоящее время эксплуатируется. Значит, это
станок, на нем находится два портала, на каждом портале по четыре, по два шпинделя, того четыре шпинделя, значит, для силового фрезерования и для легкого фрезерования. Ну, для обработки панели для вафельного фона. Вот такой вот станок он был. Значит, что же мы здесь сделали? Значит, исходя из того, что технология на предприятии изменилась, и мы не делаем из листа вафельный фон, потому что много в свое время уходило его в брак при том, когда их гнули, и при сварке. Значит, у нас теперь идет другая технология. Мы сначала листы все гнем и свариваем, и потом кольца вот эти вот, 6-8-метровые, идем внутреннюю обработку на специальных станках. Вот, значит, здесь станок. Значит, соответственно, потребовалось, чтобы увеличить расстояние между, ну, расстояние рабочей зоны. Значит, здесь за счет проставок мы подняли траверсу вот этого на 200 мм. Установили на этой траверсе вот этот вот шпиндельную бабку, новую, итальянскую, с двухосевой головой. Значит, это позволило нам на этом станке, вот в таком простом варианте, вести пятиосевую обработку. Ну и кроме того, поставили, приобрели магазин инструментов на 24 инструмента. Значит, кроме того, на этом станке установлена система постоянного мониторинга его. Соответствующий эффект она дала в начале прямо эксплуатации. Так, это, ну, заменена система управления на 840-ю производства Siemens. И, значит, установлена измерительная система фирмы Renishaw. Значит, о чем я говорю? Мы даже и не ожидали о том. Значит, оператор стал настраивать соответствующий станок и стал работать не на тех режимах, на которых рассчитан был шпиндель. Вот, совсем другой фрезой. Ну, включил его, прошел два прохода, и станок отключился. Значит, что делать, то все, приходят специалисты, смотрят, отключилась система мониторинга или контроля за состоянием шпинделя, по шпинделю. Встали, вот вам соответствующие изделия. Распаковали, расшифровали, чем и как работает. Мотор шпинделя соответствующий работает на всех других режимах, обороты, скорость подачи у него повышенная. А он пытался поставить свои привычки, но стал работать на 200 оборотов, непонятно какой фрезуре. Вот сразу мы получили эффект от той системы, которую там поставили. Значит, вот этот станочек. От этого бывшего станка осталась только одна станина. Это станок, выполненный на базе станка токарного СТП-320, обычного токарного станка с двумя соответствующими координатами, ну и шпинделем. Значит, что же получилось в конечном итоге? Получился обрабатывающий центр токарно-фрезерный, на котором возможно проводить операции фрезерования, точения и так далее, и тому подобное. Значит, сделался СОС-СЮЦЕС дополнительный, это сделал совершенствованный шпиндель. Ну, здесь было два варианта. Простой самый вариант для осицена таких обрабатывающих центров – это поставить мотор-шпиндель, и за счет своего динамического тормоза с поворотом он бы держал. Но мы здесь применили на первом этапе, что это была механическая система, она вот здесь вот просматривается, если вы внимательно посмотрите. Значит, кроме того, установлена револьверная головка. Револьверная головка еще с дополнительной осью там стоит на перемещение по Y. То есть, если точно назовете его с приводным механизмом, пожалуйста. Вопрос такой общий. А не проще было купить новый обрабатывающий центр, чем модернизировать до обрабатывающего центра станок? Да, я вам скажу, значит, по станку Forest, который восходил, его модернизация встала 40% от стоимости нового станка.
Значит, вот это вот токарного обрабатывающего центра с его возможностями и жесткостью, это же не китайский вариант. Он прошел 60%. 60% с оснащением вот этих вот дополнительных возможностей. Кроме того, на этом станке стоит система измерения деталей и измерения инструментов. Ну, тоже сопоставление стоимости модернизации и стоимости нового. 60% вот этого вот станка. Значит, третий уникальный. Значит, в свое время в Нижнем Новгороде был соответствующий завод и по спецзаказу выпускал специальные фрезерные станки, якобы их называли за счет там механики с ручным доворотом, с возможностью работать до 5 осей. Никогда он, в принципе, не работал на 5, но его называли. Система управления была на перфоленте, ПФСТ-5. Кто это к чему говорит? Значит, вот здесь вот к этому подошли, вот этот вот станок. Расстояние между колоннами и обрабатываемыми деталями на нем были 1,8 м. Значит, после соответствующей работы диаметр обрабатываемых деталей до 4 метров. Поднято расстояние рабочей зоны на 600 мм. Опа, стоп. Вот за счет вот этой вот проставки вот, поставлен и баговский мотор шпиндель. То же самое, это примерно идет половинная стоимость. От старого станка остался вот только вот этот вот стол, капитально отремонтированный, доведенный. И замена направляющих. Значит, вот этого же станка картинка. Его теперь отделили, покрасили более-менее нормально. Вот. Стоит он в закрытой зоне. Значит, пульт управления один, он выносной за эту зону, а вспомогательный. У нас пульт находится у оператора в рабочей зоне. Значит, кроме того, на этом станочке, если вот здесь посмотреть, вот, если там не было, так, вернемся назад. Вот здесь вот окно. Вот здесь находится магазин инструментов на 120 единиц. Производительность от старого станка выражается в десятки раз. Ну, вот это вот то, что я получаю, я могу вот это сведение получать в реальном режиме времени. Значит, это по простое оборудование. За неделю, за день, за час, на определенный час. И вот здесь они приведены, то, что и как оно шло. Значит, вот это красное, это время, отведенное на ППР. И, значит, такой фиолетовый, это техпричины. Ну, значит, тех причин где-то в среднем сведено до 2%. Это очень хороший, в принципе, показатель для металлорежущего оборудования, которое около 2/3 оборудования с 30-летним стажем. Ну, и в то же время, ну, вот видите, здесь колеблется и процент плановых ремонтов. Но он колеблется по времени из-за этих плановых ремонтов, если на определенный месяц выскочит несколько текущих ремонтов. ТО и поэтому планка по времени идет. Но я вам могу отметить, перейдя на ремонтаир по факту, значит, количество и время, отведенное на выполнение плановых ремонтов, резко возрастет. Ну, так и должно быть. Вы знаете почему. Значит, вот такую могу получить диаграмму. По бюро, вот здесь вот, за все эти бюро. Провести соответствующий анализ с последними годами. Так, кроме того, вот этих вот, тут много говорили, как и что. Значит, для того, например, чтобы определить качество выполнения работ, как аварийных, так и по выполнению плановых работ. Значит, в соответствующей программе я получаю сведения о
количестве выходов из строя оборудования в течение 3 дней после проведения вот этих вот работ. Если вот это дело появляется несколько раз, то можно, соответственно, судить о качестве исполнения этих работ именно исполнителю. Это как. Значит, получая соответствующие данные по загрузке работников. Ну, говорит, придет начальник отдела, говорит, о, Владимир, народу не хватает, то есть все. А ты открываешь его туда, ты извини, у тебя последний месяц, сейчас идет на сегодняшний день загрузка по твоему отделу, ну, например, на людей для выполнения аварийных и плановых ремонтов на уровне 30-35%. О чем можно говорить и сколько можно брать? И эти сведения можно получить. Но это все говорит о том, какое вы дадите техническое задание и каким вы видите свои проекты. Ой, систему. Ну, значит, про это вот много чего мы говорили. Вот. Как же здесь я вот эту штуку использую? Вот. Вот то, что я вам обещал. Вот этот график общей эффективности технического состояния станка. Видите, на уровне 35%. А если сюда еще прибавить те потери организационные, нет, то... За счет чего же мы имеем вот такой вот коэффициент? Мы можем посмотреть. Так, вот видите, идет зеленая готовность, сиреневая производительность и качество. Да? По идее, по качеству, которое идет, он идет. 0,93 лучший показатель, 0,99,9. Которые есть новые станки, которые сейчас эксплуатируются, вот, в среднем они коэффициент готовности 0,98 нормально показывает новые. После капитального ремонта тоже нет в таких пределах. Но мы теряем за счет производительности, я вам говорю, старые 2/3 старых станков, то, что они в несколько раз по производительности ниже современных, по ним оценит одно. И кроме того, для того, чтобы они существующей системы управления электроники еще как-то работали, у них производительность еще занижена. А на некоторых станках она занижена до 50%. Потому что существующие привода, которые есть, они не справляются с теми параметрами. И здесь же вы имеете в виду управляющие программы, время считывания на старых соответствующих системах. Все вот дает вот такой вот показатель. Хорошая картинка, и есть над чем задуматься. Берете каждый график и смотрите, что и где вам принимать какие-то решения. Значит, вот это вот картинка, то, что я вам говорил. Значит, здесь дается в среднем на те станки до капитального ремонта его 42% и после капитального ремонта 0,94%. Значит, вот часть тех станков модели, которые мы сделали. И здесь вот показано последствия вот капитального ремонта. И видите, соответствующие показатели, на которые мы выходим. Значит, здесь вот мировая практика говорит о том, где везде в настоящее время принято, значит, цикл работоспособности оборудования 7 лет. После 7 лет его нужно списывать или выбрасывать. Потому что современное станкостроение с его технологическим подходом, оно нацелено на то и комплектуется теми металлами и теми технологическими свойствами по этому станку, который выходит на 7 лет экстенсивной его эксплуатации. Есть же такие машины, которые технологически никак не меняются. Например, молоты, литейное оборудование. Ну, я про это не говорю. Молот, он есть молот в свое время. Но молот каждый, если вы хотите получать с молота качественную деталь с меньшими затратами, тоже требует соответствующей или модернизации, или же соответствующих каких-то работ, или замены его. Тоже касается и прессов. Сейчас идут уникальные пресса, которые почти что весь цикл, 10 лет, не требуют никакого ремонта. Определена нулевая точка, от которой все идет, и которая следит за состоянием пансона и матрицы, которая стоит, и долбит
сколько угодно. Раньше такого оборудования не было. Я сейчас говорю про металлорезущее оборудование. Здесь есть свои особенности. Металлорезущее оборудование по своим свойствам, оно быстрее изнашивается, чем хотя те удары, которые там происходят на этих молотах. Ну там у вас еще тоже есть проблемы. И по подушкам, может быть, если эти большие молоты, по вибрационным процессам и так далее и тому подобное. Ну вот теперь вот переходим вот к теме соответствующей диагностики. Вот. Как обнаружить завтрашние проблемы оборудования сегодня? Здесь для этого нужна техническая и только диагностика технического состояния этого оборудования. И на основе данных, полученной диагностики, статистический анализ. А сюда уже включается математика соответствующим расчетом и продолжительности работы с зарождающимся дефектом и соответствующим принимаемым вами риском. Не машина принимает, имейте в виду риск на дальнейшую его эксплуатацию, когда идет, а только вы. И вы ставите на этом соответствующую свою подпись после этих документов. А то, что мы получаем в результате, то, что снимаем по этому риску с машины, это просто подсказка. Значит, это я вам говорил о том, что является техническое диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса работы этого станка вот с этим вот дефектом. Значит, как же это все осуществляется? Вот я вам говорил про вторую ступень, то, что мы ввели. Вот этой вот работой в основном занимается вот эта вот группа. То есть соответствующий график осмотра станков, соответствующий выписка протоколов по результатам этой диагностики, и называется, вот он идет периодический контроль параметров состояния узлов. Вот, один из способов. Значит, здесь идет с этими приборами, этот процесс не автоматизирован по снятию данных и передаче, идет первичный этап, это ручной, то есть он с помощью этими приборами определяет, составляет автоматизированный, то есть составляется протокол, и этот протокол автоматизированный входит в базу данных. Значит, в базе данных, соответствующим этому протоколу, формируется план месячный на ТО на следующий месяц. И по группам вот этих вот станков, которые вот уже появился там дефект, дефект находится на соответствующей грани, ну, без пересчета риска. И он дает подсказку, что вот это оборудование желательно включить в план. Но до этого, если только идет зарождающийся дефект или путь в связи с ударом, с какими-то физическими параметрами этого оборудования, идет соответствующий всплеск, идет соответствующая команда там на ведение закупочных мероприятий по вот этому вот узлу, который подвержен вот этому вот износу. Ну вот, то, что я переделал. Ну вот, мы начинаем на значение стационарной системы. А что такое стационарная система? Это система, которая установлена непосредственно на станках. Значит, таких систем, таких станков, на которых установлены эти системы, не должно быть у вас много, потому что это тоже затратная часть. У нас они, в принципе, планируют установить на 100 единицах. Это очень дорогих, уникальных станков первые. И в основном на тех станках, которые делают в основном производственный план. И эти станки нечем заменить из другого. Но это в основном вот новые, есть часть старых станков. Но это в основном все обрабатывающие центры. Ну и те оборудования стоимостью 200 и более миллионов рублей. Значит,
Вот этого второго пункта, его не было у нас, мы никогда не задумывались по нему. Вот. Но в процессе вот эксплуатации, в процессе вот этого оборудования, значит, видно, что приходят молодые исполнители, операторы, которые не самосознательно, конечно, а по неопытности или еще что, например, пришел в состояние после похмелья, нажимает какую-то кнопку, происходит перемещение этого узла, происходит врезание, и шпиндели еще полстанка нет. Слава Богу, что он еще не остался. Вот нас привело вот о том, что мы, в принципе, должны вот сюда, в свою систему стационарного контроля на таких станках дорогостоящих, поставить и найти вот эту вот систему противостолкновения. Значит, принцип ее такой, значит, она работает, может работать и отключаться по нагрузке на привод главного движения или на подачу, который идет перемещение. Ну и второй принцип, это, значит, по состоянию вибрации мотора, корпуса мотора шпинделя. То есть оно какое-то врезание происходит, но оно в течение вот времени, на который прибор нацелен, на который есть, это доли миллисекунд получения обратной реакции, то есть врезание, оно останавливает, и большого ущерба для станка и для производства не происходит. Эффект очень положительный и дает очень большую экономию. Значит, ну вот давайте вот посмотрим объекты диагностики. Вот здесь станок разрисован. И что мы можем диагностировать на этом станке? Я не буду перечислять, время у меня и так. В принципе, где вы мне скажи, я что-то увлекся. Нет, интересно. Где? Вот, видите, вот сколько параметров можно диагностировать на светодиодном станке. Значит, то, что вот здесь вот, большинство можно диагностировать методом вибродиагностики. То вот соответствующий точность линейного позиционирования, это идет лазерные интерферометры. Тоже с определенной геометрией, перемещение геометрии, точность углового позиционирования, это тоже идет лазерный интерферометр, а здесь соответствующие приборы и мешалы C20. Значит, что же мы делаем у себя на предприятии в настоящее время? То есть мы проводим вот такую вот комплексную диагностику. Ну, здесь я забыл уже подправить, что вот мы приобрели вот этот лазерный интерферометр фирмы Ренишоу. Ну, вот этот вот комплект, что вокруг станка нарисован, и вместе с лазерным интерферометром, ну, стоит тоже где-то примерно несколько десятков миллионов. В общем, затратные, но в зависимости какое оборудование. Ну все затратное, но и оборудование работает не месяц, не два. Да. Значит, вот это то, что я говорю. Сейчас вот этот вот прибор Ренишоу, QC10 он был у нас есть. Сейчас пошла новая наверка с QC20, а еще более совершенная система Спрут. Но она еще пока до конца не доработана, да, станку. Очень эффективный метод, он везде эффективный, в любом производстве, это тепловизор. Значит, определение температуры на трущихся поверхностях, на вращающихся поверхностях, значит, хорошо определяет состояние подшипников во всех соответствующих насосах. Эффект огромен. Процедура затратит минуты. Значит, занимаясь вот эту часть, я же говорю, что наша эта работа по осу ТАИ, она, по-моему, не имеет никакого завершающегося конца. Вот, занимаясь вот этой вот работой по внедрению средств диагностики и так далее и тому подобное, возникла соответствующая новая идея, которой мы сейчас приступили к реализации. Это адаптивное управление техническим состоянием станка. Это что? Это значит, снимая соответствующие параметры о техническом состоянии узла, о том, что или вибрация его, которая переводится, или же тензи-датчиками перемещения соответствующих или удлинения, соответствующих управляющих и так далее по тепловому режиму, мы, снимая их, вводим
соответствующие уставки для того, чтобы данный станок продолжал и на своем выходе давал те параметры, на которые он настроен, которые заложены для изготовления данной детали. Значит, здесь дальше будет что-то сейчас. Это я вам сказал. Ну, значит, вот что это такое. Ведь как в настоящее время, в современное время работают на предприятиях мира и на некоторых ведущих предприятиях России. Значит, мы имеем с вами входящую информацию, это чертеж. Ну, не как он раньше был чертеж, а электронная модель той детали, которая должна быть выйти. То есть чертеж в цифровом виде. Он доходит соответствующий до станка в таком деле. Они на базе него система создает управляющую программу. Но для этого, когда эта штука должна соответствующе заработать, никогда нет уверенности и в систему управления о том, что все точно и корректно сделано по управляющей программе. Есть соответствующий режим визуализации отдельно от станка. Значит, данная программа проходит там и на все столкновения на этом, и в конечном итоге она должна показать и выйти на выход ее вот та деталь, которая описана в входящих параметрах. Ну, вот это вот поступает все. Имеется вот этот вот станок. Сложная технологическая система, но не только сложная техническая система, я бы сказал, система упруго-динамических связей. То есть ее очень трудно описать, а вот этих вот упругих подсистем может находиться до сотни и более. И каждая ведет себя по-своему. Но в конечном итоге она где-то собирается на тех узлах, которые дают нам возможность получить эту деталь, то есть на выходе, то есть на координатах погаче и на шпинделе. Но в основном то шпиндель дает самую большую погрешность при изготовлении деталей его состояния. Это примерно около 70-75%. А все остальное падает на температурные деформации и на вот этого состояния шарико-подшипниковой пары, люфтов и так далее и тому подобное. Но все это можно компенсировать. Дальше мы что получаем? Дальше мы получаем готовую деталь. Или же до готовой детали мы получаем информацию о состоянии станка, вводим соответствующие упреждающие поправки и все время поддерживаем станок в том техническом состоянии, которое у него описано в паспорте. Вот грубо, что такое представляет вот эта вот адаптивная система управления техническим состоянием станка. Но в настоящее время для того, чтобы описать ее, сделать соответствующие просчеты и этого, той математики, которую сейчас мы апробируем и работаем, ее не хватает ни временной обработки, ни возможности, ни по количеству тех данных, которые получает обработать. Поэтому сейчас соответствующе рассматривается другой аппарат. В основном может быть использован аппарат нейронных сетей, то есть интеллектуального развития, то есть вот эта вот машина, она должна, в принципе, так оно и будет, может, через несколько лет, это интеллектуальная машина с возможностью мысли человеческого мозга, потому что нейронные сети, они возникли по исследованию коры головного мозга, так и потом привела в себя и в остальные. Вот, коротко и об этом. Ну и перспективные направления работы. Система автоматизированной диагностики, то, что я вам говорил, которая охватывает большинство узлов станка, ответственных за форму образования деталей. Значит, часть работы этой выполнена, часть выполняется, но самое главное трудно. Мало с кем из таких творческих людей можно эту работу делать. Вот научная наша уже среда отстала от таких забот. В принципе, мы попытались работать с нашим техническим университетом уже, бывший политех,
Была мощная в свое время кафедра станки. Сейчас кафедра в связи с этим направлением подготовки спецов для ВАЗа переименовали в автомобильную. Она выпускается сейчас, торгует, в общем-то, не наукой, не теорией, в конечном итоге не занимается. Но часть что-то мы с ними сделали, если я ее не показал, то работу. Значит, они по соответствующему договору с нами разработали математические модели большинства кинематических схем. Ну, станков 15, вот так вот. Возьму вот основных. И разработали там, значит, систему определения, ну, если в этой модели, определения вот неточности работы от составляющих этих узлов, то есть шариков винтовых пар, подшипников. То есть, значит, если идет, значит, ну, рабочее состояние всех вот узлов, идет от кинематической схемы станка, и все вот эти вот узлы, которые возможно проверить, они при нормальной работе окрашены в зеленый цвет, нормальный цвет, рабочий. Значит, потом он выходит в какой-то определенный, там все построено по принципу светофора, предаварийное состояние, желтый свет, ну, перекрашивается, дал там какую-то величину, мы получили на этой модели. Вот то, что мы хотим, на самом деле сейчас попробуем на этой модели и в конечном итоге вот получить на конечном этапе этой работы. Ну и красный — это аварийный. Но самое главное, вот эта диаграмма, значит, как у нас она идет вот в настоящее время, значит, мы и начальники бюро, кто эксплуатирует это оборудование, если он входит в систему, и выходит на базу станки и их состояние. Вот. Он видит там по своему узлу свое бюро, определенно он видит. Вот. Идет номер инвентарного станка, модель и так далее. И у него идет окраска. Если он не окрашен там ничем, он идет, это значит нормальная эксплуатация. Желтая, обрати внимание, уже что-то чего-то. И красная. Это уже работа по аварийным, это он все видит. А вот чтобы дальше это продолжить, что же там на самом деле происходит? У него будет этот монитор большой, будет там, видите, по кинематике определять, кого что направляет для этой работы. Значит, вот второе, это по сетевому мониторингу, что я соответственно говорил. О том, что там дальше чуть-чуть будет. Мы работали и сделали несколько пилотных проектов для того, чтобы не ошибиться в выборе оборудования для диагностики. Значит, критерии там были соответствующие: качество этого оборудования, информативность и свободность программирования и так далее и тому подобное. Вот. Мы работали с тремя фирмами. Это с Smartronics, вот, Самоактивы и ИФИ. Ну, две первые фирмы для такого массового стоимости их и все там закрыто. Приличное такого количества станков. Мы остановились, опробировали. Значит, пилотный проект, то, что мы брали, мы работаем примерно в течение полугода и снимаем вот эти показания, а потом сказали, о, это подходит, по рукам оформляем контракт. Значит, по результату вот этих вот работ мы остановились на ИФМ-ском контроллере. Стоимость его, в принципе, не очень высокая. Она была 40, ну сейчас в связи с нами экскурсии, ну 50 пускай тысяч. Плюс датчики, которые там, они тоже. Ну и вот то, что это получается. Ну что, дальше покажу. Вот их оснащает. Значит, вот этот контроллер позволяет программировать вот состояние вибрации тоже в цвете этого светофора. И кроме того, он обеспечивает режим противостолкновения. Вот. И отключение станка, если ты запрограммируешь его от неверных действий оператора и за превышение предаварийной зоны. Значит, вот оно, что теперь вот здесь. Вот. Значит, переступаем к второму порталу. Значит, второй полтропортал, что я говорил, будет оснащен вот тем, что было по первому порталу, магазинам, новым матрошпинникам и так далее. Но, кроме того, вот на этом станке будет установлен силовой мотор-шпиндель, позволяющий ввести новую технологию
не фрезерование, а сварку трения. Это соответствующее новое направление. Значит, на Западе оно уже широко распространяется, в авиации, в ракетостроении. У нас мы тоже пытаемся его внедрить, но это с приобретением вот этого нового оборудования, которое стоит колоссальные деньги. И, кроме того, на этом станке, вы там вот видели картинку справа, есть гаражные зоны, значит, туда мы планируем поставить стол диаметром 4 метра, так как расстояние между этими 4 метра, для возможности вот, обработки ну, крупных таких деталей, которым необходимо соответствующее силовое фрезерование при работе вот этого стола по кругу. Вот такая вот такую задачу себе поставили по этому станочку. Значит, ну вот что я вам говорю. Дальше из экономии времени я убрал. Вот этот вот станок с его датчиками, которые стоят на спинтере данного станка, они подстыкованы к электрошкафу, где стоит контроллер FAM-овский, и который вот дает соответствующую нам информацию по нашей программе, которая. То, что удобно, это открытая архитектура этого контроллера. Значит, вот это вот Мантрониксы. Трехосевой датчик вибрации. Ну, лучше делать одноосевой, более будет точнее. Ну а теперь вот смотрите вот эти вот картинки. Значит, вот здесь. Привезли новый станок, поставили оператора. Вот. Не успел он работать, видите, из желтой зоны. Ушел, было вырезание шпинделя. Значит, заменили шпиндель, купили новый шпиндель, 2 миллиона. Ну, этот потом отправили в ремонт, еще 1,5 миллиона, 3,5. Лимон, вот за это дело. Была бы система противостолкновений, этого, может быть, не было. Значит, только поставили, вот смотрите, там, в июле, значит, 3 февраля следующий удар, еще тяжелее, чем первый удар по амплитуде, вы видите, тоже шпинделя нет. О, ну, и дальше поставили, это уже картинка идет, работает нормальный оператор, того оператора уволили. Значит, вот вам тоже картинка идет на другом станке. Тоже замена подшипников шпинделя. Вот то, что показывает и дает вот этот вот соответствующий прибор. Но здесь вы имеете, видите, в чем дело. Здесь оно произошло, здесь дальше рисковать никто не стал. Потому что вот этот дефект состояния подшипника, в принципе, остался в зеленой зоне, в рабочей зоне. Здесь это освещенно подстраховали, был шпиндель, который показался здесь запасной, его поставили и так далее, там пошло. А вот теперь картинка по росту дефекта. Вот смотрите, вот он новый станок, с 26.03 идет соответствующие замеры. И смотрите, вот появился вот тот скачок, тоже было что-то не то, или же несбалансированный инструмент стоял, или удар, который оператор скрыл. И после него вот пошел он работать, а дефект растет. И в каждый раз, когда идет соответствующая проверка этого станка, он отмечается куда и что для того, чтобы принять вовремя соответствующие решения. Вот, в принципе, вот для этого вот и направлены вот те вложения, которые мы вкладываем в средства технической диагностики. Значит, вот еще пример. Значит, вот это вот идет выписка из журнала по одному станку, Широну. Вот давайте здесь посмотрим. Вот идет первая проверка в 2013 году. Дефектов не обнаружено, все нормально. Значит, перекос переднего подшипника показала диагностика, в результате чего он произошел. Произошел в результате удара. Значит, идет, вот тут у нас будет картинка. Значит, в этом протоколе, который, кстати, продолжит работу. Значит, дальше идет. То же самое, продолжит работу, перекос и износ переднего подшипника уже появился, потому что работает подшипник в перекосном состоянии, он себе делает новую дорожку.
из пересечения. Вот этот идет эффект. Ну, идет дальше, и доходим мы о том, что этот передний подшипник, его состояние, начинает разбивать задний подшипник. Это все реагирует. Вот. Опа. Вот, видите, появился задний подшипник. Потом идем уже уровень вибрации по каналам, так, превысили уровень предупреждения. Ну, все очистим, потому что все это находится в зеленой рабочей зоне. Вот теперь дальше продолжение. Значит, опять уровень вибрации превысил, он пишет, опять продолжить работу. Превысил, продолжить работу. Значит, перешел уже туда предупреждение, то же самое. Значит, вот теперь в сентябре уровень вибрации превысил и показывает нам резкий рост из козы подшипника. Это уже говорит о том, что нужно прекращать эксплуатацию данного шпинделя, потому что могут прийти непредсказуемые последствия по самому шпинделю, потому что подшипник может просто развалиться, заклинить, и тогда очень большие проблемы будут по его ремонту. Значит, станок в это время берется на ремонт, снимается, шпиндель ремонтируется, ставит новые подшипники, поставили, опять его запускают, проверяют. Ну и видите следующую картину. Итог. Аварийный уровень, тут же вибрация во всех точниках, но СКЗ снизился, то есть дело не в этих подшипниках еще. Значит, следом за ним, потому что там трудно подлезть к этой точке, значит, находится, потом, когда стали разбираться и поставили соответствующие датчики на это, определили, что находится в плохом состоянии еще и подшипник двигателя. Значит, двигатель соответствующий заменили. И вот, значит, 19.09 все заработало так, как надо. А теперь посмотрим, какой же был график. Значит, вот он работал в желтой зоне. И все, нам отписывали, продолжайте работать. А если посмотреть в журнале, то где-то вот в феврале появилась соответствующая, значит, запись о том, что приобрести комплект подшипников. И тут, когда вышел на аварийное состояние, остановился станок, говорит, посмотрели, время-то какое прошло. Там прошло время около 2-3 суток. И шпиндель был собран, потому что уже подшипники ждали своего часа. Ну, это много сейчас говорят по удаленному мониторингу. Значит, мы работаем в этом направлении. Значит, тоже. Значит, вот здесь вот стоит перечень оборудования, на которое мы собираемся поставить соответствующие системы и подключить их во внутризаводскую сеть. Ну, сам этот эффект от этого мы можем получить. Нет, внутри мы получим какой-то соответствующий эффект. Но система удаленного мониторинга направлена на соответствующую подсказку для мониторинга большого количества оборудования, которое находится вне твоего предприятия, зоны предприятия. Это просто говорит о том, что об этом нужно задуматься и создавать крупные региональные вот эти вот сервисные центры, оснащенные специалистами высочайшего класса, которые могли своего рабочего места хотя бы 50% дефектов устранять непосредственно. Вот цель вот этой вот работы. Ну, то, что я вам говорил, вот эта вот схемка по противостолкновению по системе. Значит, на конце мы видим аварийный останов или предупреждение. Ну, в зависимости от того, куда и как он вырезается. И вот то, что я вам говорил, какие системы мы для этого используем. Но вот здесь вот одна из них, вот, а мотивы, чем она, вот она и дорогая, но она предлагает системы адаптивного управления еще процессом резания, кроме противостолкновения. Тоже стоит поработать. Ну, работает с ним. Ну, значит, это вот о том, что вот мы прорабатывали, в принципе, отчасти уже
отказались. Значит, но в России в настоящее время этим вопросом занимаются. И занимаются вот в России две конторы наиболее известные. Это вот система диспетчер Смоленск, спец, что там, такая контора. И в Питере. В Питере Фаримат. Вот они предлагают, но вот эта вот у них система, она освоена на ручном вводе перечня. Ну, режимов работы этого станка. Якобы вот отсутствует материал, стоит кнопка или еще что-то там, штриховой код. Отсутствует там заготовка, инструмент тот же самый. Произошла авария и так далее, не вдавая в подробности и не имея никакого соответствующего управления. Мы в свое время, лет 5 тому назад, пытались решить этот вопрос по расширению возможностей работы системы диспетчера. Все договорились, описали. Ну, 4 года вот они работают с вибрацией, но конечного пока варианта нет. Ну и вот давайте вот посмотрим. Вот внизу производство, а наверху ремонтные службы. Что влево уходит? Вы видите, снижение, несовершенство, оно ведет к снижению соответствующих производственных показаний. По улучшению службы работы идет и повышение производственных показателей. Но почему и как, то же самое. Ответьте на этот вопрос сами. Ну, и большое спасибо за внимание. Я свое выступление закончил.